Мы передаем привет Луису Фонси и рады выступать с ним на одной сцене. 1, 2, 3. Я только прилетел, да, мы взяли сценарий в руки и с первого дубля выходим в кадр. Мы с таким же успехом можем с Лерой выйти в прямой эфир и провести там сутки, понимаете, без репетиции. Нас привезли на основную сцену в New Wave Hall, наконец-то в наш дом, в котором мы будем жить ближайшую неделю. Мы репетировали там в отеле, сейчас другая сцена, другие эмоции, все по-новому. Надеюсь, что усталость пропадет. Вообще репетиции – это хорошо, да? Репетиция – любовь моя, как говорил Эфрос. Смотрите внимательно, ребята. Ребята, смотрите внимательно. Уходи назад. Ну, немножечко было страха, потому что сцена реально огромная. Я на такой никогда не выступал. Зал очень большой. Но мне кажется, из года в год все лучше и лучше. Организация потрясающая. Здесь так здорово. И, наконец-то, я завтра искупнусь в море. Очень крутые эмоции, я прям вот готов на все 250%. Мне очень нравится цветовая гамма этого зала. На самом деле синий цвет, такой голубой, синий. Это очень приятные цвета лично для меня. Когда вижу этот цвет, я выхожу на сцену и успокаиваюсь. Мне очень хорошо и спокойно. Всегда стараюсь сконцентрироваться и ухожу в себя, поэтому таким образом я как бы и сберегаю свой запас энергии. Не надо за что-то бороться, а нужно просто получать удовольствие от своего выступления. Как вам сейчас атмосфера в Сочи? Атмосфера вам нравится тут? Такая, что чувствуется рабочая, расслабленная обстановка. Я тоже думаю, что все будет нормально. Все, мальчики, все, два часа на чужие. Пора спать. Куда? Мы не договорили второй куплет. Мы были очень короткие. Еще прикольно, вот был вот этот вот дубль сейчас. Разве я не знал, что это навсегда? Я тебя искал по городам. Я очень устал. Сейчас 2 часа ночи. И у меня нет костюма для выступления. Но сегодня мы просто в Сочи могли купить только это из детского мира. Good night. I'm so tired.